Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня мы с вами вернемся немножечко в прошлое и посмотрим нарезку из одного из прямых эфиров. Этот прямой эфир уже все давным-давно забыли, но мы рисовали здесь такие красивые вещи, поэтому я решила вам немножечко напомнить. В качестве основы нашего дизайна в данном случае я решила сделать амбре. Делаем переход цвета из голубого оттенка в сиреневый. И при работе в этой технике, в технике амбре, чем ближе оттенки будут располагаться друг к другу, тем проще и легче будет сделать переход. Поэтому старайтесь брать цвета как можно ближе. Если же у вас хочется сделать очень контрастный переход, то делайте его через переходные цвета, то есть через смешанные. Ну а теперь непосредственно сам дизайн. Будем делать дизайн в технике жидкий камень, поэтому прокладываем изначально основу под свой дизайн. Это будет у нас белый подмалевочек, на котором дальше все будет намного ярче и контрастнее. Подмалевок в данном случае мы оставляем в жидком виде, поскольку это мой любимый 003 цвет, на котором растекаются остальные оттенки. То рисовать я буду по-мокрому для того, чтобы вот этот вот эффект растекания у меня немножечко сыграл. И именно из-за того, что гель-лаки немножечко подтекают, цветы становятся не такой правильной формы и обретают дымное очертание по краешкам листиков. Создаем серединку нашим цветочком и привязываем наш камень к поверхности и форме нашего ноготочка. То есть рисуем сопровождающие элементы, которые создают композицию. В данном случае можно было эти привязывающие элементы сделать в технике литья пигментами, или отпечатать на них фольгу, или добавить какие-то еще цветные блестящие штучки. Но мы в этот раз поработали немножечко в сдержанном варианте.
Белой красочкой поверх наших готовых элементов делаем бликующие места. Опять же, можно было эти блики пересыпать акриловой пудрой, но мы решили на этом остановиться. Вот такой вот дизайн у нас получился, очень просто, быстро и на самом деле действительно времени занимает очень и очень мало. Поэтому надеюсь, я была вам полезна, надеюсь, я подогнала вам новую идею. Я же с вами увижусь в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!